наших русских болельщиков, которые приехали в Варшаву. А, как давно вы в Варшаве? Я в Варшаве с 12 июня, когда был. Александра. Наша команда играла матч с Польшей, чтобы успеть посмотреть город, познакомиться с людьми, почувствовать культуру новой страны Польши, в которой до этого ни разу не бывал. Действительно было интересно, но, к сожалению, наша команда немного разочаровала, но в целом я остался доволен городом. То есть, если Польга и Польга, да? Польский народ очень гостеприимный, встретили нас хорошо, и в будущем я бы не против вернуться в Польшу, если будет такая возможность. Здорово, что Польше отдали такой турнир, как Евро-2012. Это наверняка новый импульс к развитию страны, возможность многим людям, интересным людям найти новую работу, а также отдохнуть и просто хорошо провести время. Спасибо. Спасибо.